кричит: «Господи, ви заступник мой, еси прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от словесе мятежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповестью тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь руками ногу твою. На аспиды Василиска наступишь, и попереши льва из змея. Яко на мя упала, и избавлю им, покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть, и скорбь, и злой, и послабь.